Пленэр – термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Живопись на открытом воздухе пленит и притягивает взгляд, переносит в то место и в то время, когда художник с кистью и этюдником в руках пытался поймать момент и запечатлеть все происходящее на холсте. Вот это любимые наши выставки, потому что они наиболее раскрывают. Это свежие работы, как правило, выполненные на натуре. И художника раскрывают наиболее ярко его этюды и работы, выполненные на природе. Ольга Сорокина – художница, известная как в нашем городе, так и за его пределами. Из года в год ее работы украшают многие выставочные залы, являются центральными элементами художественных экспозиций. А для Антона Чурсина участие в подобного рода выставке – событие волнительное. На радость зрителям он представил три свои работы. Одна сейчас у него за спиной. Это был солнечный зимний день, было холодно. Конечно, на улице писать бывает сложно, потому что машинный транспорт мешает. Погода не всегда позволяет, или она не всегда такая устойчивая. Вот придешь, найдет хорошая погода, а уходишь, уже дождь. Ежегодная выставка «Пленэр» по традиции расположилась в детской школе изобразительных искусств и ремесел. Там и площадь позволяет, и зрители, искушенные, благодарные. Каждая работа – как учебное пособие для начинающих художников, которым, возможно, только предстоит попробовать себя в этом жанре. Это крайне важно, чтобы то поколение, которое придет вслед за нами, училось на хороших, достойных образцах. И когда им не приходится идти куда-то в музейное помещение, пространство других выставочных залов, когда все это рядом, здесь под рукой, в любой момент можно прийти, посмотреть, например, на работу Николая Яковлевича, или, скажем, на Ольге Сорокину, или на Яну Потокину, там Иван Константинович. Здесь очень много интересных и достойных работ наших художников. Отправиться в путешествие по живописным местам не только Орловщины, но и ближнего и дальнего зарубежья можете и вы. Абсолютно бесплатно. По адресу улица Карачевская, дом 61. Алина Лагутина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.